Для меня очень приятно присутствовать на 10-й конференции. В прошлом году мы также посетили мероприятие. В Украине есть уже определенный опыт по тестированию сервисов с помощью системы SIGOS. И на самом деле мы рады присутствовать для того, чтобы узнать, какие новинки появились у компании. В этом году мы закупили достаточно много оборудования для тестирования, в частности, именно дополнительных услуг в Украине. Система покрывает у нас практически все областные центры, и на данном этапе мы тестируем решения от SIGOS. И в этом году хотели бы получить больше опыта, участвуя в различных воркшопах, также общаясь с техническими консультантами вашей компании. Вот, поэтому надеемся, по приезду в Украину мы наберемся новых знаний для того, чтобы использовать наш новый инструмент мониторинга. И в следующем году, возможно, мы уже сможем поделиться первыми результатами, а также рассказать о том, как мы используем данное решение у нас в МТС Украины.